квант для младших школьников. В каждом номере 5 задач. Вот, например, в этом одна из задач такая. Когда торопышка хочет записать какую-нибудь дату, он пишет число и номер месяца обычными арабскими цифрами, не оставляя между ними никакого пробела. Например, 1 мая он пишет как 15. 14 декабря он пишет как 1412. Скажите, какие даты нельзя однозначно прочитать? Значит, повторяю. Он не употребляет ни нулей. Знаете, иногда пишут вместо вот так вот 1 мая, пишут 0,1, 0,5. Да? Тут даже если бы точки не было, все равно однозначно читается. А он так не делает. Скажите, какие из его записей нельзя прочитать, да? 11 января. 11 января или 1 ноября. Отлично. Еще. 11 февраля. 11 февраля. Или 1 декабря. Еще. Да? 22 февраля. Или 2-е 22-го месяца. Нет, 22 февраля однозначно читается. Да? 21 февраля. А, да, действительно, 21 февраля или 2 декабря. Согласен. Еще. 21 января. 21 января или 2 ноября. Отлично. Тридцать первое января или 3 ноября. Да. 31 февраля не бывает. 41 числа тоже не бывает. 30 января. А нет, это однозначно читается. Дело в том, что нули он не пишет. И он помнит о том, что он не пишет нули. Поэтому как 3 января это прочитать нельзя. 21 января. Поэтому, да. 11 ноября. Читается однозначно. 21 января. Было. 21 января. Вот оно. Да? 28 февраля. А как, иначе это будет 2-е 82-го? Нет. Ну, ребят, смотрите, конечно, вы немножко неправильно стали делать, потому что вы стали сразу говорить даты вместо того, чтобы решать задачу. Собственно говоря, решение так и не прозвучало. Понимаете, даже если бы сейчас вы перечислили все возможности, ведь наша цель – решить задачу, а не просто придумать несколько вариантов. Как на самом деле надо было действовать? Надо было сказать, что двузначные даты читаются однозначно, правильно? Если две цифры всего. Первая цифра обозначает день месяца, вторая обозначает сам месяц. Мы должны найти все даты, которые читаются не единственным образом. Мы уже поняли, что это должны быть обязательно трехзначные числа, потому что четырехзначные однозначно, значит, две цифры день, месяц, две цифры сам месяц, а двузначные, наоборот, по одной цифре. Трехзначные должны читаться ведь как? Одним способом, что двузначный день и потом месяц, и другой способ, однозначно день, и потом месяц. Значит, месяц, который так читается, он должен здесь, последняя цифра должна здесь и здесь быть месяцем. Значит, последняя цифра должна быть или единица, или двойка.
потому что 13-14 месяца не бывает. Значит, есть два варианта. Либо здесь у нас единицы, это один вариант, либо другой вариант. Здесь у нас не единица, а двойка. Замечательно. Давайте смотреть, что такое двойка. Это значит, здесь будет обязательно единица. Да? Теперь, какие бывают даты, кончающиеся на 1? Понятно, какие. Либо 21, либо 11. Значит, два варианта. Эти два варианта у нас написаны. 11 февраля и 21 февраля. Все, с этим разобрались. Теперь разбираемся здесь. Если у нас здесь месяц, то здесь обязательно единица. И дальше пошли варианты. Либо 11, либо 21, либо 31. Все эти даты в январе есть. Здесь нельзя было брать 31, потому что в феврале не бывает 31 числа, даже в високосном году. В магазине продавали буквы. По одной. Слово «Иван» стоило 6 рублей. За слово «Ту» брали 9 рублей. А за слово «Eleven» 16 рублей. Скажите, сколько в этом магазине стоит слово twelve? 6 рублей, 9 рублей, 16 рублей. Сколько стоит? Значит, по-английски 1, 2, 11, 12. Но это не имеет отношения к делу. А важно только то, какие там буквы. Чтобы нам получить вот такое сочетание букв, надо из этого сочетания слов букв или отнять, значит, одну Е, отнять одну Н и еще прибавить ту, то есть 9, и отнять О. Тут, конечно, не имеется в виду уж произведение, а имеется в виду сумму, конечно, этих букв. Да. Простая задача, несмотря на странность своей формулировки. Ведь фактически о чем здесь речь? Мы должны выразить сумму таких стоимостей букв через эти. Оказывается, что вот эти два слова отличаются так. Буква О одна и та же, а здесь Т и W, а здесь Н и Е. Соответственно, мы, когда добавим вот к этому слову эти две буквы и уберем эти, то видно, что действительно так и будет. Добавляются, буква убирается. Действительно, 16 плюс 9 минус 3 – это 19. Задача на геометрическую конструкцию. Представьте себе, что у нас на ровной-ровной футбольной площадке стоят 6 футболистов. Они не умеют давать точный пас по воздуху у нас, а умеют только, но абсолютно точно, значит, бить вдоль земли. Задача так расставить этих шестерых, чуть не сказал, шахматистов,
футболистов. Вот. Ну, да, у нас они должны быть абсолютно точные эти пасы, так что вот, все-таки футболистов. Чтобы каждый мог отдать пас ровно четверым. Вот если будет просто стоять у нас футболист и вокруг него 5 точек, да неважно, вокруг него, то, скорее всего, он сможет отдать пас пятерым, правильно? В каком случае ровно четверым? Если ситуация будет такая, что какие-то двое окажутся так, что один другого собой заслонит. Так вот, нужно, чтобы для каждого футболиста возможностей было бы ровно 4. То есть ровно с двумя другими футболистами была бы вот такая история, что один заслонил собой другого. Всего 6. 6 человек. Каждый должен иметь возможность дать пас ровно 4. А один от него кем-то заслонен. Этот может только дать этим 4, и этот может дать только... Ну, к сожалению, этим. Вот этот человек может дать 5. То есть действительно здесь есть люди, которые могут дать 4 паса. Пожалуйста. Нет, вы обещали все-таки провести те прямые, на которых лежит несколько точек. Проведите эти прямые. Так, один отрезок, да. Нет, отрезок до конца, до третьей точки. Так, еще есть? Так, ничего страшного. Так, все, вот теперь правильно. Вот теперь вы абсолютно... Посидите, все хорошо. Садитесь, пожалуйста. Все хорошо, вы молодец. Действительно, ребят, это очень простая картинка. Берем треугольник и смотрите, как здорово. Берем произвольный треугольник и дальше проводим. И футболистов ставим вот сюда. По разным поводам эта картинка часто встречается. Видно, что каждый человек может дать пас в точности 4. А следующая задача жизненная. Вы пришли в магазин покупать сливы. Там есть сливы первого сорта, которые стоят 150 рублей за килограмм. Ну, дорогие, конечно, сливы, но ничего. Я думаю, инфляция все нагонит, все будет, потом будет дешево казаться. Вот. И в них третья часть – это косточки. А вы не едите косточки. И есть второй сорт, который по 100 рублей, но зато там половина идет в отходы. Вопрос. Что выгоднее купить? Ну, то есть важно отношение, что это, мякоти и денег. Пожалуйста. Мне кажется, тут нет выгоды. Нет, всегда, когда ты покупаешь, ты тратишь деньги. Это замечательно. Да. Но вот представьте себе, что нам нужно купить, я не знаю, там, килограмм мякоти. Ну, просто без косточки... Количество, масса, рубли на массу косточки, да. Они и в первом, и втором случае разные. Очень интересно, объясните почему. Покажите нам это.
в 150 рублях одна третья – это косточки. Чтобы найти, сколько рублей стоит косточка, хотя, в принципе, она не должна ничего стоить, ну, какую часть от стоимости, должна стоить 150. Я понял. То есть вы 150 умножаете на 1 треть, получаете 50 рублей, и вы 100 умножаете на 1 вторую, вы получаете 50 рублей, да? Да. В любом случае получаете 50 рублей на ветер, да? А вы то есть... не за 100 рублей, денег меньше потратите. Ну вот я должен вас огорчить. Это ваше вычисление. Абсолютное по той простой причине, что вы правильно сказали, что вы косточки не едите. И поэтому, понимаете, это вычисление имело бы смысл, если бы вдруг вы воспылали любовью к косточкам, и тогда сказали бы, да, мне все равно, я с этого момента умею косточки есть так же, как мякоть. И теперь, соответственно, мне интересно знать, сколько денег, когда я купил килограмм, сколько я потратил на косточки, сколько потратил на мякоть. И тогда бы получилось, что и в таком случае, и в таком вы потратили по 50 рублей на косточки. Но это к делу то есть, не относится никак. Я понимаю. Можно, правда, еще попробовать вычесть, сколько рублей стоит мякоть в одном. Вполне жизненная ситуация. Не обязательно с такими числами, но приходится сталкиваться. Действительно, покупаешь вещь, там часть отходы, а часть то, что тебе нужно. Может быть, подороже тогда меньше отходов, может быть, подешевле тогда больше отходов. Что выбрать? Вопрос. Да. Это все за килограмм? Ну, конечно. Сливы первого сорта стоят 150 рублей за килограмм, да? Если, конечно, там не играет роль качества, то получается, что выгоднее покупать второй вариант. Почему? А потому что 50%, 50 рублей это мякоть, косточка, и 50 рублей это мякоть. А здесь 50 рублей косточка и 100 рублей мякоть. То есть тут за 100 рублей покупаем мякоть, а здесь за 50 рублей мякоть. И все это за 1 килограмм. Вы повторили ошибку, которую до вас только что... Вы опять относитесь к косточкам как к чему-то хорошему. Я не ем косточки. Честное слово. Садитесь. Я не ем косточки. Привет, подсказка. Нужно просто в каждом из этих случаев выяснить, сколько стоит килограмм мякоти. То есть вот представьте себе, что вы покупаете килограмм мякоти. Вы не можете просто так прийти и сказать, что хочу килограмм мякоти. Вы должны рассчитать, сколько вы должны купить в одном случае, сколько в другом, чтобы когда выбросите косточки, осталось бы нужное количество мякоти. Это интересный вопрос. Вот сколько придется в этом случае покупать? Можно сообразить? Да? Первый сорт, второй сорт. Нет, если покупаем только первый сорт. Сколько слив первого сорта надо купить, чтобы когда выбросишь косточки, остался бы килограмм, да? Полтора килограмма. Потому что третья часть от полутора килограммов это... Половина килограмма. Это половина килограмма. Все поняли? Да. Треть от полутора килограммов это половина килограмма. Так, и сколько же будет стоить полтора килограмма, если один килограмм 150 рублей? Да? Что нужно сделать? Какое арифметическое действие? Надо 150 умножить на полтора. Ну, это очень легко. 15 на 15 – это 225. Или, если угодно, половина от 150 – это 75. 75 и 150 – это, безусловно, 225.
Значит, если мы собираемся покупать первый сорт, то должны на 225 рублей купить слив с косточками первого сорта. Выбросим полкило косточек, останется килограмм мякоти. Так вот, сейчас нужно точно так же посчитать здесь. Да? 200 рублей. Не слышу. 200 рублей. 200. Это, по-моему, даже проще. Потому что, когда половина идет в отходы, то... Или непонятно? Понятно. То надо купить 2 килограмма, да? 2 килограмма. Когда 100 умножаешь на 2, получаешь 200 рублей. Поскольку 225 больше, чем 200, то автоматически получается, что первый сорт покупать менее выгодно в этой задаче, чем второй. Между прочим, если бы числа были чуть-чуть другие, например, если бы здесь у нас было бы 113, то тогда здесь было бы уже 226, а это больше. То есть здесь важно конкретное соотношение чисел. Так. Замечательная простая задача следующая. В некотором царстве, в некотором государстве живут 9 мальчиков и 10 девочек. Некоторые из них знакомы друг с другом, некоторые нет. Известно, что у всех мальчиков одно и то же количество знакомых девочек. А вот когда расспросили девочек, то выяснилось, что у всех разное. Может ли так быть? Ну, решать эту задачу понятно как. Нужно нарисовать таблицу, в которой будет 9 строчек и 10 столбцов. Строчки соответствуют мальчикам, столбцы соответствуют девочкам. И дальше, если люди знакомы, то ставим крестик, если не знакомы, то, соответственно, ничего не ставим на это место. В некотором царстве, в некотором государстве имеется 9 мальчиков, 10 девочек. Может ли так быть, что каждый мальчик знаком с одним и тем же для всех мальчиков количеством девочек, а для девочек ситуация противоположная? То есть, когда их всех расспрашивали, то каждая назвала свое, не названное больше ни одной другой девочкой, количество знакомых мальчиков. В терминах таблицы. Значит, имеется таблица размером 9 на 10. Можно ли так расставить крестики, чтобы во всех строчках крестиков было поровну, а в столбцах все время были бы разные количества? Конечно. А, то есть вы просто придумали расстановку крестиков. Отлично. Ребята, а я понял его систему. Я тоже. Очень разумно. Спасибо, вы отлично сделали. Смотрите, он просто, знаете, в каком-то смысле
смазывал слоями. Знаете, как пирог иногда делают, кладут просто крем слой за слоем, и все вкусно получается. Смотрите, есть девочка, которая ни с тем не знакома. Очень хорошо. Он ее поставил первый. Потом есть та, у которой один знакомый, отлично. Два знакомых, три знакомых. И смотрите, он при этом старается, чтобы, так сказать, равномерно размазать. Понятно, да? Вот, размазал. Дальше. Три, но уже не получается. Поэтому придется пойти. Следующие пять. Потом, то есть, просто вот так вот идет. Когда доходит вниз, то начинает сверху. Последние восемь, ну, естественно. И действительно видно, что в строчках по пять крестиков, а в столбцах от нуля до девяти крестиков. Я знаю и другое решение этой задачи. Берем такую же таблицу, но сначала рисуем, просто занимаемся девочками и вообще не обращаем внимания на мальчиков совсем, совсем никакого. Значит, сейчас вам будет таблица 9 на 10. Сейчас я быстренько проставлю крестики, обеспечив, чтобы у всех девочек было бы разное количество знакомых. Очень просто. Я вот так вот иду по диагонали. И ставлю крестики везде над этой диагональю. Вы прекрасно понимаете, что теперь у этой девочки 0, у последней 9, ну и... Дальше все варианты по одному разу встречаются. А вот с мальчиками беда при такой системе, потому что вот у этого много знакомых, у этого мало. Ничего страшного. Мы понимаем, сколько всего крестиков. 45 штук, правда? 1 плюс 2 плюс и так до 9, сумма чисел 45. На девятерых, если разделить, то это должно быть 5. Значит, мы должны как-то так эти крестики распределить, чтобы было, внимание, по 5 крестиков, но нужно, чтобы у девочек ничего при этом не изменилось. Так, замечательно. Раз, два, три, четыре, пять. Провожу вот эту линию. И говорю, что вот они у меня, мальчики, у которых все в порядке, по 5 знакомых. Это излишки, а вот здесь ровно столько же не хватает. По-моему, теперь решение очевидно. Надо вот все эти крестики убрать и ровно их расположить вот здесь. Поняли? Симметрично сюда. Тогда в каждой строчке у нас будет здесь 5 крестиков, а у девочек ничего не изменилось. Конкретно с кем они знакомы изменилось, а с количеством нет. Потому что мы просто сдвинули вот эти два сюда, эти три сюда и так далее. Все? Замечательная задача в песочных часах. Чудесная совершенно задача. Имеются двое песочных часов. Одни на 2 минуты, другие на 5 минут. Причем часы на 5 минут находятся в неидущем состоянии. То есть весь песок внизу, а вверху ничего нет. А вот часы на 2 минуты находится в очень неприятном для нас состоянии. Там часть песка просыпалась вниз, а часть, мы не знаем, какая именно, сколько именно песка. Вот здесь сейчас в данный момент сыпется песок. Задача. Начиная ровно с этого момента времени,
отметьте. Ну, она просила 8 минут. На самом деле, я вас прошу 4. Дело в том, что 4 тоже можно, а 8 – это 4 плюс 4. Поэтому, если мы 4 научимся отмечать, то и 8 тоже научимся. А 4 проще. Просто для Олимпиады там была задача про 8, потому что, как ни странно, труднее догадаться. А для скорости на кружке давайте так. Вот это на 2 минуты, это на 5 минут. А нужно отметить 4 минуты. Внимание, начиная с того момента, который у нас сейчас. Конечно, если бы нам разрешили чуть-чуть подождать, то мы бы просто дождались, когда песок весь окажется внизу. И с этого момента два раза засекли бы при помощи этих часов время. Так вот, так делать нельзя. Да. А вот в часах, где на 2 минуты, там части ровные? Нет. Если бы были ровные, то можно было бы этим пользоваться. Нет, 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 нет. В условии специально сказано, что просто часть песка, какая, непонятно. Один вопрос. А можно так вернуть назад, ну, так, чтобы внизу посыпалось обратно? Ну, вернуть так, часы назад. Нет, нет. В принципе, такая операция, как переворачивание часов, безусловно, да, более того, мы считаем, что она у нас занимает нулевое время. То есть в жизни, конечно, не бывает ничего за нулевое время, но вообще песочные часы никогда не обеспечивали уж слишком высокой точности, понимаете, да? Там секундочка, там туда-сюда. Разумеется, мы считаем, что любые, да, в принципе, их можно даже так посередине. То есть повернуть на 90 градусов, тогда они, песок прекратит сыпаться вообще. Но, по секрету вам скажу, в этой задаче это не понадобится. В этой задаче так вот в промежуточном положении останавливать не понадобится. Переворачивать можно. Хотите одни, хотите и те одновременно. Считается, что на это уходит 0 секунд. Там останется 5, там останется 3, и потом их нужно... Почему 3? Вы не поняли. В начале неизвестное количество песка. А можно подождать, пока она истечет? Вам говорят, нельзя. Нам нужно засечь 4 минуты с этого момента времени. Не с того, когда у нас песок просыпется, а именно с этого. А можно совершать операцию с другими часами, пока эти просыпятся? Не понимаю вас. Нет, в смысле, пока отсчитывать время часы с 5 минут, а эти уже должны после этого... весь песок в 2 часах на 2 минуты оказаться внизу, потом их перевернуть. Можно так сделать? А, и вы хотите сказать, что мы сейчас запускаем 5-минутные часы? Да. Отлично. Сыпется песок. Да. Действительно, за эти 5 минут, безусловно, этот успеет просыпаться. Потом снова стоп. У нас прошло 5 минут. Да. Потом снова... Надо было засечь 4 минуты. Нет. Значит, вы уже проспали. Нет, потом снова на 5. Без нет. У вас уже прошло 5 минут, когда вас просили отметить 4. Значит, вы уже не решили задачу. Ребят, на самом деле довольно трудно у себя в голове представлять, что такое там так перевернуть, так, особенно с учетом того, что у нас двое этих самых песочных часов. Поэтому я предлагаю вам простой способ отчетности. Давайте мы вместо того, чтобы рисовать эти часы, сделаем такую таблицу. Значит, верхние две строки будут относиться к 2-минутным, а нижние две строки
будут относиться к 5 минутам. И в начале, давайте так, x минут времени осталось здесь песку сыпаться. И, соответственно, внизу запас песка на 2 минус x. Идею поняли? Да. Как таким же образом отметить здесь? Да очень просто. Здесь у меня 0 вверху, а внизу 5. И вот это будет первый, так сказать, момент времени. Это начальная ситуация. Дальше давайте мы будем отмечать вот что. Какое проходит время и опять сколько, где у нас песка. Ребят, эту таблицу надо себе просто нарисовать. Ну, я не знаю, сколько там понадобится. Вот, пожалуйста, такие у нас будут столбики. На переворачивание уходит 0. То есть, если вы сейчас захотите что-то перевернуть, то на это уйдет нулевое время. Если хотите просто ждать, пока будет песок сыпаться, то, пожалуйста, ждите. В данном случае тогда x секунд уйдет. Но обратите внимание, если вы сейчас не перевернете вот эти часы, то у вас пройдет неизвестное вам время, какая-то x величина, и вы потом ее никак не сумеете измерить, отмерить. Поэтому, если вы сейчас не перевернете, то задачу вы уже не решите. Меня кто-то понял? Да, нужно перевернуть. Нужно перевернуть. Переворачивать нужно об и те, или только 5? Или только эти? Пять нужно точно, да. Заметьте, ребят, если вы перевернете вот эти, то фактически x и 2 минус x поменяются местами. А на самом деле, что x, что 2 минус x, это все равно некоторая неизвестная величина. Поэтому как раз верхнее не важно, будем мы переворачивать или нет. Это, по сути, никак не скажется на решении задачи. Потому что величина 2 минус x нам столь же неизвестна, как и величина x. А вот эту перевернуть обязаны. Поэтому за 0 секунд, 0 минут и 0 часов мы добиваемся вот такой вот ситуации. Хорошо. Это уже первый шажочек решения. Первый шаг решения выполнен. Перевернули 5-минутные часы. Извините. Да. Часах, там же все равно идет песок. Ну, пока ты переворачиваешь, да, хоть 0 секунд. Мы считаем, что быстро переворачиваем. Нет, как автоматически. Быстро. С нулевой скоростью. Переворачивать с нулевой скоростью это как? Скорее, со скоростью звука переворачивать. 5-минутные часы дальше трогать. Бессмысленно, потому что вернется в такое же положение. Ну да, если мы здесь опять перевернем, то непонятно, почему, зачем мы это сразу не сделали. Значит, надо ждать, когда высыпется песок. Может, из 5-минутных, из 2-минутных. Если из 5-минутных подождать, то мы уже проиграем. Да, тогда из 2-минутных. Из 2-минутных. Ребят, заметьте, пока решение происходит единственным образом. Значит, мы ждем, когда весь этот песок просыпется. Получается 0. Да. Здесь получается двойка. Так. 5 минус x. Совершенно верно. Здесь будет x, а здесь 5 минус x. Дальше. Нужно переворачивать. В обязательном порядке нужно переворачивать, потому что иначе действительно 5 минут закончится и будет слишком много уже. Только какие переворачивать, а какие не переворачивать. А может быть, и те переворачивать. Лучше идти.
Значит, лучше. Если перевернуть двухминутный, начнется отсчет двухминутных. Времени. Система обозначений естественна. Поэтому вам нужно просто чуть-чуть подумать. А еще раз двухминутные нельзя перевернуть. Не понимаю. Нет, ну сейчас уже прошло 2 минуты, а еще раз двухминутные. Нет, смотрите, вот сейчас у вас есть 3 возможности. Либо переворачиваете эти, либо эти. Вы должны выбрать одно из 3 действий. После этого у вас будет выбор, сколько ждать. Ждать одни или другие. Да, сделали? Вы решили перевернуть и то, да? Да. То есть тут все равно заметить, что тут у нас уже x прошло. Ну да, я почему-то не написал. Разумеется, здесь надо было не забыть написать x. Я имел в виду это. Значит. Теперь что вы будете ждать? Когда вот этот песок высыпется, да? 2 минус x, x, 0 и 5. Ребят, на самом деле он замерил при помощи 5-минутных часов x. То есть, смотри, идея была такая, он дождался, когда здесь вот x высыпалось, и после этого перевернул, и сейчас опять x. Обратите внимание, у нас всего уже прошло время с момента начала этой операции 2x. Так, а сейчас что вы переворачивали? Переворачивали только 5-минутные, да? Хорошо. Ой, ну слушайте, мы уж не настолько плохи. Значит, из 5 вычесть 2 минус x. Давайте уж мы справимся. Сколько будет? Я бы сказал 3 плюс x. Дело в том, что песок никуда не девается, поэтому сумма обязательно должна равняться 5. Так, за какое время это прошло? Это прошло за время 2 минус x. Здесь 0, здесь 2 минус x. Получается 2. Отлично. Здесь прошло 0, потому что не переворачиваемся. Здесь 2 минус x. Обратите внимание, всего прошло 4 минуты. Заметьте, что теперь у нас часы не в каком-то промежуточном состоянии, как они были в начале, вот эти, а готовы. И поэтому, если нам потребуется, скажем, отмерять 8 минут, то мы очень легко можем это сделать. Мы можем здесь запустить двухминутные просто 2 раза. Расставьте на шахматной доске максимально возможное количество белых ферзей и ровно столько же черных, чтобы никакой белый ферзь не бил никакого белого, и никакой черный не бил бы никакого черного. Вопрос, а ферзь может бить черного? Вы не услышали условия. Надо было не руку трясти, а слушать. Ферзь. Как ферзь ходит? По горизонтали, насколько хочешь, по вертикали, насколько хочешь, и по диагонали, по любой из диагонали. То есть ферзь – это и ладья, и слон. Он умеет и как ладья, и как слон.
Задача, разумеется, состоит из двух частей. Во-первых, нужна конструкция, в которой будет довольно большое количество ферзей. А во-вторых, нужно доказать, что большего количества не бывает. Для скорости, давайте там, скажем, белых ферзей, не знаю, крестиками, черных ноликами или наоборот. Сколько у вас? У меня 8. Ответ не верен. Можно гораздо больше. Белые ферзи не имеют права бить друг друга. Мне 16. 16? То есть 8 таких и 8 таких? Ответ неверен. Я хотел спросить, а черные ферзи могут друг друга бить? По условию задачи они должны стоять так, чтобы они друг друга не били. Белые черные. Белые не бьют белых, черные не бьют черных. Мне 10. Тоже меньше, чем надо. Да? 32. 32, то есть сколько белых? 16. И черных 16, да? Отлично, выходите, покажите. Этот ответ правильный. У меня ужасно не было. А это не важно. Показали пример, когда 16 ферзей одного цвета и 16 другого, и никакой ферзь не бьет ферзя одного с ним цвета. Садитесь, все. Но это не решение задачи. Потому что еще нужно суметь доказать, что нельзя поставить большее количество. Вы, конечно, скажете, что на эту доску нельзя добавить. Кто еще за пузырь? Вот, да, на эту доску нельзя добавить. Но это, как известно, не решение. Понимаете, бывают системы, к которым добавить нельзя. Но они не оптимальные. Понимаете? Ну, представьте себе, если вы бы сейчас вдруг оказались, там, не знаю, при помощи машины времени, там, где-нибудь в Древнем Риме, да, вот, и стали бы им объяснять, ну, я не знаю, что, например, правила этого самого, там, включения операционной системы компьютерной, да? Без компьютера вот, не получится. Понимаете, ну, вот, явно было бы что-то странное. И они бы сказали, что нет, компьютеры нам совсем не нужны. То, что не удается добавить, не означает, что это оптимальная ситуация. Совсем не означает. Нужно доказать. Представьте, сейчас вдруг взяли бы, я не знаю, английского судью, отправили бы там в какой-нибудь из наших судов, да? Ну, результат был бы абсолютно понятен. Там, либо все его решения бы мгновенно отменяли, либо
там его бы самого посадили, но не прижился бы. Может быть, и здесь так же. Может быть, просто надо как-то все гораздо лучше поставить, но все целиком. Не один какой-то элементик, а целиком. А у нас была такая задача. Ну, не про ферзей, конечно, но на очень похожую идею. Да, совершенно верно. Покажите всем. Вот желтый есть у вас. Ну, ребята, он будет долго так рисовать. Смысл простой. Блоки размером 2 на 2. Блоки размером 2 на 2. Смотрите, не может в квадратике 2 на 2 быть... Больше одного ферзя. Не может. Если вы ставите куда-нибудь нолик, то вдруг два нолика ставите, то обнаруживаете, что они бьют друг друга. Каждая из этих четырех клеток бьет любую, если там стоит ферзь. Поэтому больше одного ферзя белого цвета, ну и, соответственно, больше одного ферзя черного, поставить в блок нельзя. Поскольку всего 16 блоков, то ответ максимум 16 штук. Договорились? Хорошо. Всего 32, естественно. 16-32. Придумайте самое маленькое составное число, у которого нет ни одного делителя от двойки до 20. Только может делиться на себя и на единицу. Это простое число может делиться только на себя и на единицу. А нам нужно составное. Наоборот, его можно разложить в произведение двух меньших его натуральных чисел. Но самое маленькое составное число – это 4. 4 – это дважды 2. Следующее составное число – 6, это дважды 3. А 7 – число простое. 2, 3, 5 – числа простые. Я взял такое число, которое бы, соответственно, делилось бы 2 до 20. Значит, для этого я умножил первых два простых числа после 20. А именно? 23 и 29. Ответ неверен. То есть вы правы, что нужно брать простые числа больше 20, да? Какой ответ? Нужно 441. А что такое 441? Умножить 21 на 21. 431. Так, 21 умножить на 21. Это действительно 441. И вы думаете, что оно не делится на 3? Делится. На 3 оно делится. Нет, ребят, нам сказали разумную мысль. Нужно использовать простые числа больше 20. Только он немножко перемудрил. 23 на 23? Конечно. Конечно. Надо умножать 23 на 23. Сколько там будет? 129. Потому что нет необходимости здесь брать 29. Понимаете? Нам ведь важно, чтобы простое число было больше 20. А то, что число второй раз, ну и что? Шутка. Больному прописали таблетки двух сортов, не отличающиеся по внешнему виду. Через определенные отмеренные врачом промежутки времени он должен одновременно принимать одну таблетку первого вида и одну таблетку второго вида.
Любое другое сочетание лекарств, другая доза или прием лекарства только одного из видов приводит к серьезным и неприятным для больного последствиям. К больному пришел любимый внук и поиграл с таблеткой, после чего невозможно определить, где таблетки первый сорт, где второй. Вот. Просто мальчик попередвигал таблетки. Вопрос, что делать? Таблетки очень дорогие, поэтому идея пойти купить такие же неприемлема. Очень-очень дорогое лекарство. А продать и купить? Лекарство вообще продать невозможно, потому что каждый раз надо по рецепту. Нет, это все несерьезно. Повторяю, имеется, для начала, пусть таблеток всего 4 штуки. Таблетка А, таблетка А, таблетка Б и таблетка Б. Они абсолютно неотличимы по внешнему виду. Значит, любимый внук поиграл, теперь не поймешь, где А, где Б. А больному надо принять сейчас и через некоторое время... Да. Таблетку разделить на две части и съесть половину вот этих вот. Но второй кажется таблеткой. А что это? Молодец. Смотрите, когда мы режем каждую таблетку пополам, то в результате, когда мы съедим все половинки, по половинке от каждой, то мы действительно съедим одну таблетку лекарства А и одну таблетку лекарства Б. А оставшиеся половинки останутся. Так? Хорошо. А теперь ситуация более тяжелая. Представьте себе, что внучек перемешал две коробки. В одной было 50 штук, и в другой было 50 штук. Вместе 100. Да, да. А тогда можно съесть все таблетки. Ну, даже если вы с самого безобидного лекарства съедите 50 таблеток, то с вами... Нет, ребята, с вами не просто что-то случится, а вообще-то это один из... Это смертельно. Да, это один из самых страшных видов того, что бывает, потому что называется отравление. Две пачки в одной 50 и в другой 50 таблеток оказались полностью... перепутаны. Да? Это таблетки одинаковые? Да, по размеру, по виду, по цвету. По вкусу? Да. Да? В одной пачке все таблетки А, в другой пачке все таблетки Б? Это было. А внук их поиграл, он не знал, что делает. Он думал, что ничего страшного не произойдет. Одинаковые на вид таблетки. Он просто их переставлял, да? Мне кажется, надо разделить каждую таблетку на 50 частей и съесть... Ну, как вы считаете, реально точно разделить таблетку на 50 частей? Нет, я понимаю, конечно, нанотехнология, но это будет дороже, чем купить новую пачку таблеток, да? Тогда как, ну, это как можно сказать, молекулы надо есть уже? Ну, не молекулы, но... И атомы. Нет, на самом деле, любая домохозяйка часто в жизни сталкивается с такой проблемой. Не с медицинской, разумеется, а в гораздо более простых и гораздо более безобидных ситуациях с этим сталкивается. И все вы прекрасно знаете решение. Есть два замечательных русских слова. Нет, это не авось и не брось. Это гораздо более ласковые и замечательные слова. У вас есть 50 таблеток одного, 50 другого, перепутались. Вспомните, что делается в таком случае дома. Можно растворить все и потом просто абсолютно жидкость верно разделить. Есть два великих слова – салат и компот. Это решение, которое с давних-давних времен, и суп – это примерно то же самое, да? То есть в кулинарии эта проблема была давно.
если у вас есть там, не знаю, один какой-нибудь фрукт, еще, то вместо того, чтобы пытаться нарезать каждому по маленькому ломтику и высчитывать там кому сколько, есть простой способ сделать из всего этого компот и говорить, что пейте кто сколько хочет. Все рады. То есть берем наше лекарство, дальше его растворяем в воде, ну или растираем в порошок. А воду-то легко делить, понимаете, да? Да, и отмерить можно. Да, и отмерить. То есть берем, не знаю, 50 ложек воды, в этих 50 ложках воды растворяем все наше лекарство. Если не хватит воды, добавляем еще 50 ложек воды. И после этого принимать по 2 ложки. В объеме воды будет таким образом, в объеме воды. Конечно, да, все растворится. Это значит салата. Да. Сказать, еще салат. То же самое. Та же самая идея. Салат это то же самое. Берем какие-то составные части, перемешиваем. Получается обычно гораздо вкуснее, чем каждый из них в отдельности. Это один написал. Другой написал 3 числа столбца. И перемножили. Здесь получилось произведение AX, BX, CX. А, Y, Б, Y, С, Y, А, З, Б, З, С, З. Известно, что здесь у них получилось 5 девятых, здесь 5 восьмых, здесь вот у них 3 седьмых, здесь 9 четырнадцатых, а вот здесь вот 7 шестнадцатых. Скажите, а в остальных клетках что? Итак, два человека написали один вот эти 3 числа, другой написал вот эти 3 числа. И когда они перемножили, то известны такие вот произведения. Найдите все остальные произведения. Слышали? Что это такое? Числа. Это не числа. Стих. Конечно, стих. Это стихи, ребят. 8, 50. 9, 60, 18, 19. Ничем не хуже многих других. Семь, 14, 1, 25, 31, 48, 48, 251. Вполне стишок. Такого, конечно, можно насочинять довольно много. И не только на эти размеры. Поэтому, ребята, в опере абсолютно не обязательно петь по-итальянски. Представляете, написать целую оперу такую? Будет красиво. Это может быть вполне. Важно же преодолевать трудности. Понимаете, искусство это довольно часто преодоление каких-то трудностей. Непонятно будет в обоих случаях. Это вполне полезная задача контроля. Все, что нужно знать, правила умножения тропей. Надеюсь, знаете. Числители умножаются отдельно, знаменатели умножаются отдельно. Да? И еще надо знать основное правило, основное свойство дроби. Какое у нас? Что числитель и знаменатель, если мы разделим на одно и то же число, значит, то дробь не изменится. Все, больше ничего не надо знать. Это задача. Такая простая задача,
Зеркальце не так, с палочкой. Да. Б тоже пишется не так. Зайти, когда z равно 1,56, а a равно 35, и b равно, соответственно, 36. То есть что вы хотите? Вы хотите сказать, что z это 1,56. Что я могу на это ответить, ребят? Вообще, вы должны понимать следующее, что если вы каждое из этих трех чисел на что-то умножите, и ровно на такую же величину разделите каждое из этих трех чисел, то результаты не изменятся. Согласны? Поэтому мы действительно можем изначально считать z таким, каким хотим. Мы можем считать z таким, каким хотим. Например, мы можем действительно считать, что z это 1,56. В таком случае a это будет сколько? 35. B 36. Дальше. Значит, теперь мы можем найти y. Ну, я бы на вашем месте нашел x вот отсюда. Хотя да, и y тоже, действительно, y, так, число умножили на 35, получили 5 девятых. Значит, y это сколько? Какое число обладает таким замечательным свойством, что 35 умножить на y это 5 девятых? Да? 1,63. Совершенно верно. 1,63. Так, y вы нашли. X. Теперь x. А откуда вы найдете x? Вот. Да, да, вы действительно знаете, чему равно b, да? B ведь это у нас 36. Значит, надо решить такое уравнение. 36x это 3 седьмых. Да, это да, это значит надо 3 седьмых разделить на 36. Ну, тройка сократилась, что осталось? 12. Ну, здесь 12. Надо еще на 7 умножить. 1,84. Совершенно верно. 1,84, значит, мы уже знаем x. Да, осталось. Да. Как найти c? Значит, c умножить на 1,84. Получается 7/16. Значит? Значит, 7/16 поделить на 1,84, то же самое, что 84 умножить на 84. Да. Табличка, табличка, найдите. Таблица. Заполнена таким образом. Значит, здесь были три числа. Здесь были три числа. И в каждой клеточке написано произведение тех, что стоят над ней и слева от нее. Нужно найти всю таблицу, если известны только такие пять чисел. Смотрите, вместо того замечательного приема, который нам показали, что зафиксировать, например, вот это число и дальше все остальные вычислить, можно было делать следующее. Сказать, что вот смотрите, между этими дробями есть какая-то очень простая связь.
Посмотрите, здесь 3 седьмых, а здесь 9 четырнадцатых. Да? Знаменатель у первого числа в 2 раза меньше, чем знаменатель у второго числа. Так. А числитель? Числитель ровно такой же. Нет, числитель не такой же. Числитель здесь тройка, а здесь девятка. А, девятка была в 3 раза больше. Да. Как отличаются эти две дроби? В 1.5 раза. Они отличаются ровно в 1.5 раза. То есть вы это число умножаете на 3, делите на 2 и получаете это. Господа, так здесь же будет то же самое. Здесь будет то же самое. Вы должны для перехода отсюда сюда умножить на 3 и разделить на 2. Так, 7 умножаем на 3, сколько будет? 21 разделить на 2? 8. Ну, я думаю, 32, правда? Когда дробь делишь на 2, то в знаменателе умножается на двойку. Значит, получается 21/32. Отлично. А здесь, внимание, должно было разделиться на 2 и умножиться на 3. Что это значит? Значит, раньше в знаменателе было какое число? Значит, смотрите, вот если здесь у нас стоит какое-то там число альфа, то у нас условие такое. Альфа, когда умножаешь на 3 и делишь на 2, получаешь 5/8. То есть, что такое наше число альфа? 5/8 делишь на 3/2. Другими словами, 5/8 умножаешь на 2 и делишь на 3. Что получается? 5/12, совершенно верно. Стираю альфа и пишу на это место 5/12. Заметьте, у меня уже есть 2 столбца. И это за счет простого замечания, что они отличаются в 1.5 раза. Теперь, как можно сравнить, например, вот эти две дроби? Смотрите, числители одинаковые. Что надо сделать, чтобы перейти справа в центральный столбец? Да? К знаменателю прибавить 1. Нет. Правда. Это к знаменателю прибавить 1. Совет совсем неправильный. Привести к общему знаменателю. Ну, к общему знаменателю, пожалуйста, здесь будет у нас знаменатель 72 общий, но какое конкретно, какое правило? Что надо сделать с этой дробью, чтобы получилось это? На какое число надо умножить? На какое? На что надо умножить и на что поделить, чтобы из 5/8 получилось 5/9? А? То есть умножить на 8 и разделить на 9. Давайте я напишу формулу. Значит, итак, если 5/8 умножаешь на 8 и делишь на 9, то, конечно, получаешь 5/9, потому что восьмерка у нас сократилась, и девятка пошла в знаменатель. Так? Значит, эти операции такие же. Надо, внимание, умножить на 8 и разделить на 9. Значит, 9/14 умножаю на 8, делю на 9. И 21/32 умножается на 8, и мы это число делим на 9. Так, соображайте. 9 разделить на 9, это сколько? 1. Это 1. Значит, на самом деле у нас получается 8/14. А это сколько? Это 4/7. Это дробь 4/7. Так, а здесь? А здесь я знаю. 8/32 сокращается. Что остается в знаменателе? 4. Так, и 21 с девяткой на сколько сокращаются? На 3. 21 делим на 4×9. Значит, на 3 сокращается. Получается 7 каких? 12. 7/12. По сути, это решение, конечно, ничем не отличается от того, что у нас уже прозвучало.
взяли квадрат, пририсовали к нему еще один квадрат, к нему пририсовали еще один квадрат, туда еще один, туда еще. Пока все понятно. И вокруг каждого из этих квадратов описали окружность. Пожалуйста, картинка будет выглядеть так, как я нарисовал, или нет? Вот пересечение будет, или же пересечение не будет? Будет. Голосование. Кто за то, что будет? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Спасибо. Кто за то, что не будет пересечения? Что на самом деле они пройдут по-другому? Раз, два, три, четыре, пять. Да, ну, есть несколько воздержавшихся, но не о том разговор. Ребят, это, к сожалению, ваше заблуждение. Это ваше заблуждение. Большинство проголосовало, что будет пересечение, и большинство было неправо. Я даже умею очень просто объяснять, почему этого самого пересечения не будет. Господа, вы знаете, где расположен центр вот этой окружности? Покажите мне, пожалуйста. Нет, я понимаю, что центр в середине, это мудро, быстрее. Но где именно? Центр не бывает с краями. Так. Замечательно, да. Спасибо. Вы абсолютно правы. А нет, еще у нижнего. У нижнего. Ну, нижний, мы его будем считать правильным квадратом. Неправильных не бывает. Рисуйте квадрат. Да. Отлично здесь, да? Спасибо, садитесь. А вот этого мне уже хватит. Господа, эта картинка абсолютно неверна. По очень простой причине. Если я беру вот этот вот отрезок, соединяющий центры этих двух окружностей, то я к этому отрезку могу нарисовать перпендикуляр. Согласны? Да. Неужели вы не знаете, что когда у вас есть окружность, радиус и перпендикуляр, то окружность целиком лежит с одной стороны от этой прямой. Значит, вот эта нижняя окружность будет касаться, но не будет заходить в эту плоскость. И наоборот, верхняя будет касаться этой прямой, но не будет заходить вниз. И поэтому пересечься они не смогут. Все?